из этих осмыслен нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот скажу, музыка, она ведь в действительности это менее всего связана. Вернее, если не связана, то без идеи, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Ответить никому или ничего так бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И причину.